Короче говоря, продавец меня замучил. С 2500 мы упали на 300 рупий. Какой-то тигровый камень, не знаю, что это за камень. Но замучил. Fine, and you? Что тут есть? А, поющие чаши. Эй, хорошо. Каброс парышки. Вот видите, здесь я уже был в фильме. В фильме почувствуйте меня. Вот только что предложили марихуану. Вот видите, какой руфтоп. Красивый. Как-нибудь надо зайти, будет посидеть. Так, обычная нормальная европейская выпечка. Чего в Индии не встретишь. Пробовал нормальное на вкус. Поддельный, не поддельный. Тут может быть этот фон быть. За 100 рублей не продал мне браслет. Ну, с 2500 до 300 опустился. Представляете себе, какие дискаунты. Good morning, my brother. Last time you look at me also, you know. You know, first day Kathmandu. You can look at me. It's like one piece. No. Very cheap, you know. No. Перестал играть. То есть бесплатно только птички поют, да? То есть вот так. Ничего не покупаю, чего он будет играть? Правильно. Даже улица Freak Street. Татуры, кишелин. Там наверху руфтоп, который называется регги. Думаю, там милая обстановка.
уральские заведения. Ну, здесь, наверное, очень много чего интересного есть для женщин. Даже отсюда вижу, даже я понимаю, что там намного интереснее. Так, ну беда, Катманду, мотоциклисты. Так, что у нас тут есть? Ну, вот тоже отличный магазинчик. Я так понимаю, что он больше женский. Да, женский, скорее всего. Один ресторан. Ну, вы посмотрите, какая красота. Да. Просто блеск. Очень красивые предметы. А здесь вот картины. Такой милый уголок. Ну, смотрите, какие расцветки. Двигаемся в сторону Китайской улицы. Где Варламов? Где заборы, блядь? Слава богу, что они еще не все так быстро носятся, и так бы я точно с головы достался.
выходит у нас. Ага. Так. Так, ну что, сейчас он проедет и будем переходить в азиатском стиле. Не вижу зла и не слышу зла. Короче говоря, пропустили. Так, начинаем. Начало Китайской улицы. Начинаем искать какое-нибудь китайское заведение. Главное не ошибиться. Вот эти вот ножи, кукри называются, ну это, я так понимаю, вообще непальские катаны. Вот посмотрите, каких они бывают вариантов. Кукри. Да, зловеще выглядят. Чайный магазин. Так, ну что-то тут. Трек-одежда, термосы, ботинки, все такое. Ну вот эта вот янтра мне очень нравится, которая как бы излучает свет. Ну, там, соответственно, надпись типа «Умани под махом». Очень крутая. Так, меню «Чонг Бунгвей ресторан». Блин, первый попавшийся, наверное, не будем заходить, но вид красивый. Прям настоящий китайский. Ну, сейчас, ладно, зайдем, спросим меню. Слишком дорогой, не могу себе пока позволить. Так, вишес. Ну да, вишес. А что у нас здесь вкусно? Цена. А вот тут люди что-то кушают китайские. А сверху еще один есть. Ресторан. Меню. Лук. На улице можно? А вот сюда. Значит, на улице можно. Разрешили поесть на улице. Короче, какой-то sizzling beef заказал. 500 рублей стоит. Посмотрим, что это такое.
в итоге не хотел заказывать в первом же попавшемся заведении, но в итоге оказался в первом же попавшемся заведении. А, ну тут туалет есть, надо же. В непальских кафе нет туалетов. Ну, такое простоватое китайское кафе. Так, вот так вот выглядит сегодня моя китайская трапеза. Биф-сизлер и рис. Вот так вот. Стоит 500 рублей местных. Так, пришли выпрашивать излишки. Вот девушки чистят грибы. Кстати. Это чистка грибов в китайском ресторане. А you China, да? You China? No. No? Непали. Непали? Yeah. А, what is the name? Сорита. Сорита. Yeah. Сорита. А you? Как? Сирзана. Сирзана. Я Стас. Стас. Yeah. Okay. Are you American? No, Russia. 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 Russia, да. Yeah. Thank you. Thank you, madam. Так, ну вот сегодняшний обед в китайском ресторане я закончил. Немножко прогуляемся. Еще по китайской улице. О, а что это? Раз пойдем в другое китайское место, потому что надо подегустировать все, что возможно. Спасибо, что меня смотрите. На сегодня, наверное, закончим маленькую прогулку. У меня кончается электричество. Вчера я был здесь.